Вход в торговые центры подросткам без сопровождения взрослых запрещен. Естественно, не окончательно и бесповоротно, а на время ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Однако это не останавливает многих ульяновцев в возрасте младше 18 лет. В этом убедились участники специального рейда, организованного аппаратом уполномоченного по правам ребенка, корпорацией развития предпринимательства и правоохранительными органами. Эти кадры, например, сняты в одном из торговых центров центральной части Ульяновска. Согласно указу губернатора, до 18 лет без сопровождения взрослых, законных представителей, нахождение в торговых центрах запрещено. Хорошо. А вы находитесь без... А мы больше не будем. Так. А родители в курсе, где вы находитесь? Да, в курсе. В курсе, а почему они вас отпустили? Цели непременно наказать нарушителей у организаторов рейда не было. Главное напомнить, а кому-то и рассказать о действующих для тинейджеров ограничениях. Нужно заметить, подростки спокойно реагировали на просьбу покинуть здание, а о запретах, по их словам, что-то слышали. До Нового года мы тоже ходили по торговым центрам. Было не так много подростков, но вот сейчас, в январские дни, мы видим, их стало заметно больше. Вообще штрафы у нас порядка 5000, это за нарушение вот этих норм, поэтому очень бы хотелось, чтобы все просто были внимательны и не допускали нарушений. Кроме того, волонтеры, участвовавшие в рейде, напоминали посетителям торговых центров о необходимости носить маски и раздавали их тем, у кого средств защиты не оказалось.